Помашите ручкой назад. Филипп, тебя не вижу. Давай помахай. Ладно, спасибо. Гриша едет! Это Гриша, он едет! Запалайся! Ура! Аплодисменты! Велик из Резидов. Велик, это мой велик. Это вот велик. А это вот здесь. Это вот новый, который стоит как 1/3 рубля. Мы приехали на озеро после очень долгого и муторного похода. Видите, у нас тут валяются обломки корабля летающие. На самом деле, без них. Вот. Мы проехали в дождь. Смотри, какая красота! Так ты не сказал! Филипп, ты не сказал. Что не сказал? Почему теперь ты снимаешь? Да. А, мы снимаем, потому что у нас... Я снимаю, потому что вся электроника накрылась медным тазом. Я снимаю! В сторону Углича. Углича. Да, приехали на Бежать. Мы наконец-то приехали на Волгу. Ребят, мы еще путь по кому. Волга-байк двигается дальше. А хрен его знает, мы сбились со временем. Васа! Вы понимаете? Мы уже часа, наверное, два лазим по лесу и не можем найти выход. Это просто жесть. Это попахивает самоубийством. Вон там он.
и слон лазит на сосне, уже совсем одичал. Скорее у нас нет живых. Привет, друзья. Это Волга байк. Я не знаю, вам видно. Сейчас посрать какой-то байк. В общем, Вов, может, расскажешь, что как? В общем, мы ехали, попали в лес. И не доехали. Завтра у нас есть вероятность выбраться, но есть вероятность и остаться. Короче говоря, за весь день мы не видели ни одного асфальта, ни одной асфальтированной дороги. Да какой асфальт, блин, ты щебенку скажи. Подожди, мы даже нормальной щебеночной, блин, проселочной дороги даже не видели, понимаете? За весь день мы проехали около 20 километров. Ну как проехали? Мы проползли по еловой роще, и мы серьезно влипли, походу, потому что у нас мало воды. Мы никуда не доехали, мы вышли черт знает куда. Здесь какие-то ублюдочные клопы, которые просто... Они не убиваются с первого раза, да, они какие-то бессмертные. Что, либо это запись какой-то сейчас перевали Дятлова, да. Либо нет. Реально, нам даже как-то не по себе, есть, даже пошли мысли вызвать МЧС. Но тоже проблема, у нас осталось зарядки, я не знаю. Не осталось ни хрена у нас зарядки. Для связи зарядки нету, а для того, чтобы снять последнее видео, есть. Осталась зарядка, только на моем сраном фотике, который нам ничем не поможет. Короче, мы ляжем спать, посмотрим, что будет завтра. Может, что и придумаем. Пока. Мама, я тебя люблю. Ребят, я еще вернусь. Он сожрет нас всех, а потом вернется. Пока. Пришлось провести там целую ночь, потому что мы блуждали там вплоть до 8. Легли спать. Сегодня с утреца мы таки выбрались из этой чащи по старой-старой тропинке, которая могла нас никуда и не привести, но мы все-таки выбрались. Река Юхой, а там Волга, а там Мышкин. Едем отдыхать на Волгу. Последний лагерь. Завтра в Ярославль. Мы устали, мы довольны. Ислам, посмотри в камеру. Посмотри, какая дорога офигенная. Григорий уже тоже выдохся. Мы любим асфальт. А кису... Фу! Кошку чуть не сбил. И мы на нашей последней стоянке. Да, на нашей последней ночевке в лагере. На самом красивом месте. Так получилось, что все наши стоянки были либо на озерах, либо на притоках Волги. А на самой Волге мы оказались только сейчас. Самый последний финиш. Это даже немножко прискорбно, но... Кто-то вы болеете. Может, даже это символично. Lord, I can't go on this away. So if you miss the train I'm on, you will know that I.
Еще сраная окраина, так что пока ничего интересного. Едем в центр, короче. Посмотрим, что там интересно, всякие достопримечательности. Мне не понравилось, как бы. Было, клопы, вот это все, комары, очень приятно, но все же в этом что-то есть приятное, и все это пережить желаю всем зрителям, которые на нас смотрят, хотел бы, чтобы они пережили то же самое, что и мы, потому что эти приключения были незабываемы. Спасибо за внимание. Зачем я поехал? Я поехал сюда для тем, чтобы показать себя, чтобы понять, что, чего я могу, что я стою. Поездка закаляет характер. Мы проехали больше 10 километров. Теперь я мог гордо сказать каждому человеку, что я скажу. Я красавец. И мои друзья молодцы. Как только я приеду домой, первое, что я сделаю, это пойду, чтобы помыть свой душ. Дом — это вообще клево. Особенно если ты живешь в общежитии. У тебя нет дома, но у тебя есть общак. Но любая крыша может быть твоим домом. Это самое, это мы убедились, когда мы ночевали в палатке. 4 потных мужика в одной палатке, пацаны. Но ведь это было что-то типа мини-домик. Да, конечно, его в конце сломали мы все нахер, но ведь он защищал нас от дождя, от клопов, комаров и прочих всяких херней, которые нас не съел и пытался нас. Вот, особенно комары и дети. Но это не то. Заканчиваем. Это не то, что я хотел сказать. Самое главное, это то, что я все хотел сказать. Ладно, все, спасибо. Спасибо вам большое. Мне больше всего понравилось в этом лагере. Блин, Гриш, иди сюда. Мне больше всего понравилось в этом лагере. Дубль, блин, 15-й. Мне больше всего понравилось в этом лагере. Обычные бытовые вещи. Больше всего мне понравилось этот лайк. Гриш, идешь нахрен? Иди вот туда, вот, двери. Мне больше всего понравилось этот поезд. Наверное, единение с природой. Атмосферные вечера, лаги. Разжигание костра, все эти бытовые вещи. Что ты его снял? Все. Здравствуйте, уважаемые друзья, господа. Филипп, Гриша, Ислам, Вова. Всем привет. Мы приехали вот сюда. Вы слышите это эхо? Там столько, там такая акустика. Смотрите. Офигеть! Ключевая скважина. Офигеть. Уа-о-о. А как она?